С гражданами, незаконно пребывающими на территории России, возникает немало проблем. А с их выдворением на родину – еще больше. В пятницу члены общественного совета при управлении региональной службы судебных приставов обсуждали, как упростить работу ведомств в этом направлении. Срок содержания нелегальных мигрантов в специальных приемниках судом регламентирован на 2 месяца. И если из-за отсутствия у иностранного гражданина документов, что происходит довольно часто, судебный пристав не может уложиться в этот срок, приходится повторно обращаться в суд. Было бы замечательно, если бы суды все-таки в своих постановлениях срок устанавливали не в течение 2 месяцев, а до момента фактического выдворения. За счет средств какого бюджета и сколько один гражданин, подлежащий выдворению, обходится вам, неважно, в месяц, в сутки, мы помножим математику, сколько стоит государству. Срок неограниченный, это может быть 2 месяца, это может быть 3 и 5. Гражданин будет содержаться в изолированном состоянии, то есть он не будет иметь свободы перемещения, он будет содержаться за государственный счет и кормиться и прочее, прочее, прочее. В результате, прежде чем мы его выдворим, мы массу денег потратим на гражданина, который не является гражданином Российской Федерации. Поэтому категорически против. Однако перевозка нелегалов из спецприемников в суды тоже не дешевое удовольствие. Да еще и пассажиры, бывает, сбегают в процессе. А может, дело не в сроках, а в количестве документов, необходимых для выдворения. Вот этот процесс, его каким-то образом ускорить. Но не обязательно вот этот паспорт восстанавливать. Может быть, какую-то справку, форму 9 или там с фотографией, и на основании этого решить вопрос о выдворении. Ну, в общем, надо здесь вот немножко подумать. В большинстве регионов России уже продумали. И срок содержания для нелегалов законодательно установили до момента выдворения. Хотя правильнее все же оставить этот вопрос в компетенции суда, чтобы в каждом случае этот срок устанавливать индивидуально. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.